55,000 rest, one. Well, you know that means you have money. That usually comes with a muffin, guys. They do have to have money. What's the reason of muffins? 60,000. No love. И тут же прекратился смех. Сказал, кто смеется, у того есть деньги. Предложил взять за 60, умер судорожный смех. 60 тысяч раз. 60 тысяч два. И 60 тысяч я все равно его куплю. 65. Женщина, я же его покупаю себе. Зачем мне отдавать так много денег? 65,000. One. Anyone? Well, they don't believe in charity. No, you know, it's absolutely different thing. They all believe in hard work and no charity. Steve Jobs is the idol. Я понимаю, что все интересы со Стивом Джобс. Любят тяжело работать и не платить деньги на благотворительность. Итак, 65 тысяч раз. 65 тысяч два. 65 тысяч три. Вы купили меня. И теперь я хочу, но вот это я буду покупать себе. Представьтесь, пожалуйста. И я хочу просто зритель. Предоставить слово для презентации. Простая российская московская зрительница. В этой знаменитой футболке за сборную Италии «Сквадра Азура». And we have the great t-shirt of the great guy with number 4. From «Сквадра Азура». И кто это? Презентация Виктора Гусева. Это тебе. Okay, okay, the first of all, who wants to see five on the board right away. Right away. 20,000 rubles, and you get it. Luigi Di Biagio! Come on, Luigi. Where are you? He left for the plane. Yeah, but the t-shirt thing. Not that Mike. Итак, Ренат, не покупай Майка Дебьяджи, он тебе не забил. Ренат Досаев is not interested in buying the t-shirt of Дебьяджи because Дебьяджи never scored against Досаев. Итак, начальная цена Майки Дебьяджо те же 20 тысяч. 20,000 rubles. Oh, Russia. Well, we've done a great choice. No longer is Quadra Azur. Очень Quadra Rosa. Итак, 20 тысяч. Есть желающие на майку? Так я понял, по вашим лицам, со мной говорить бессмысленно. Поэтому я лучше отдам пить. Да я сам куплю. Я хотел предложить 50 тысяч, Александр, вы хотели сколько? А где на надпись? Я не вижу. Надпись номер есть. Номер не считается. Номер не считается. Давай. Но надпись не считается. А кто-то из итальянских игроков может? Can we get another group of Italian guys on the t-shirt? Because this one without the name. Писаться за первым. Senior Dollar. Un opportunità molto molto strana. Tre calciatori italiani, famosi, parlano tutto calciatori famosissimo italiano. Nel spalle di Vladimir Solovyov. Che bellezza. Niente nuovo nel questo mondo. Parli bene italiano, eh? Grazie mille. Так, 20 тысяч. Уже в евро. Теперь цена в евро. Очень приятный евро. Добрый день. 20 миллионов евро. Ковинчик. Уно. Итак, Александр Жуков предложил записать это страховой в российский бюджет. Покупка майки с двумя автографами великих игроков 20 тысяч евро. Итак, 20 тысяч рублей. Я дам 50 тысяч рублей. 55 тысяч рублей.
50,000 рублей. Вот начинается самое интересное. Аркаш, ты что-нибудь скажешь? 55. Еще желающие есть? 20 уже было. Давыдов сказал 20, значит плюс 20, 75 тысяч от Юрия Давыдова. Итак, the guys at 20 plus 55 thousand from senior Давыдов, goalkeeper of Russian team. Итак, пока все не замерзли, 75 тысяч раз, 75 тысяч два, и майки достается Юрию Давыдову, хотя на него и не налезает. For 75,000, the guy just pushed the great t-shirt that is not exactly his style. So let the best team lose. Спасибо всем. Больше не ходите на футбол без денег. And next time, please, do not come to watch the game without money. Спасибо, поздравляю. Настроение пропало, Игорь. Thanks, Владимир. И поздравляю всех счастливых обладателей маек. И футболок, и чей. Еще одна вещь, серьезная вещь, дорогие друзья, на которую хочу обратить внимание, прежде чем мы начнем играть. Я хотел бы пригласить сюда Влада Сухиреву и Марию Горбецкую. Мария и Светлана имеют отношение к сегодняшней акции. И я просто для начала хотел бы, чтобы они рассказали, почему рассказали свою историю. Пожалуйста. So my congratulations to the lucky holders of the t-shirts and of the bowl. Now, before we proceed with the game, I would like to invite Svetlana Prasvidin and Maria Gadeska, who are not random participants in this event, to share their stories with us. Всем добрый день. Меня зовут Мария Гадеска, и я здесь. Почему? Погромче. Меня зовут Мария Гадеска. Я здесь, потому как хочу выразить свое отношение к ВИЧ-инфекции. Я живу с ВИЧ-статусом 12 лет, и все началось с любви, с доказательства любви, поэтому я не пользовалась презервативами. Любовь ушла, ВИЧ остался. И поэтому так важно лечение, профилактика. Сейчас я живу с ВИЧ-отрицательным мужем, новым, хорошим, любимым. И мне сейчас крайне важно, чтобы он остался ВИЧ-отрицательным. И по этому поводу я призываю вас к тому, чтобы пользоваться презервативами и любить друг друга, хранить здоровье друг друга. Спасибо.